Здравствуйте! В эпоху интернета и электронных игр мы совсем уже разучились играть в простые игры. Хочется снять несколько роликов про то, как можно поиграть в мячик, получить и удовольствие, и пользу для здоровья и развития сознания. Вот простая игра в мячик. Берем обычную коробку или ящик. Можно взять небольшое ведерко. Нужно несколько мячиков, которые хорошо прыгают. Задача такая. Кто быстрее забросит мячик в коробку? Но не просто так, а отскоком от земли. Играть может несколько человек. И дети, и взрослые, все вместе. Это достаточно веселое развлечение, особенно какой-нибудь совместный семейный праздник. Мячики могут быть разные, поменьше, побольше. Это не имеет большого значения. Можно сыграть в игру, в эту же, но ногами. Подцепить носочком, забросить. Либо взять двумя ногами и забросить с прыжка. В крайнем случае можно присесть, взять мячик ножками и бросить его сидя. Попробуйте. Попробую забросить мячик через себя, не глядя. Поразвлекайтесь, пожалуйста.